Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Идеальные незнакомцы. Семеро старых друзей собираются вместе на ужин. Когда они решают начать игру, заключающуюся в том, что им придется читать все поступающие смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи, они и представить себе не могут, к чему приведет такая откровенность. Игра на понижение. Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах, это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года, задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит, и предсказав, станет на нем зарабатывать, сами того не желая. Стив Джобс. История жизни одного из самых выдающихся умов планеты, основателя компании Apple, Стива Джобса. В центре внимания 2015 года. Основанная на реальных событиях, история журналистского расследования, одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты «Бостонской газеты» разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители церкви. Из дня 2011 года. Ссоры детей обычно заканчиваются оплюхами или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже. Их конфликты могут перерасти в настоящую войну. Задиры и задаваки Захари и Итан даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того не желая, они разбудили древнего бога резни, который заставил расплачиваться за проделки мальчишек их родителей.
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!